Мое тело, мое дело! Мое тело, мое дело! За справедливый доступ к правосудию! За справедливый доступ к правосудию! Нам решать, когда рожать и вообще рожать ли! Нам решать, когда рожать и вообще рожать ли! Сегодня мы, различные организации, феминистские организации, правозащитные организации Бишкека, индивидуальные активисты, а также просто правозащитники индивидуально, мы собрались сегодня, чтобы отметить истинное политическое значение 8 марта. В целях того, чтобы провозгласить нашу солидарность с феминистским принципом равноправия, солидарности и многообразия. Мы сегодня хотим привлечь внимание общественности на вездесущие, просто удручающие статистики насилия и дискриминации в отношении женщин. На данный момент каждая третья женщина в мире, она подвергается разного рода насилию. 83% женщин в Кыргызстане, согласно статистике Кыргызской ассоциации кризисных центров, 83% женщин подвергаются насилию в Кыргызстане. Опять же, разного рода насилия. 8 марта – это не просто праздник цветов, весны и красоты, и пробуждения, как это любят говорить. За ним стоит очень долгая и упорная работа женщин за равноправие и за искоренение насилия и дискриминацию.